Ребята, всем привет, с вами Александр и Jurassic World игра. Есть такой у нас турнир, в котором не как обычно 3, а целых 4 боя, и нам предлагают сразиться травоядными. Травоядный X1, то есть взять нужно одного травоядного. Итак, кто у нас будет разбираться с Антарктопельтой? Надозаврик новенький у нас, допустим, не так давно созданный, они практически равны. У нас больше урон, но чуточку меньше жизни. И заодно можно их сравнить по размерам. Но Антарктопельта кажется более узкой, чем надозавр. Кстати, тут легко проиграть. Это практически дуэль один, да, дуэль какая-то. Давайте так вот. Давай, атакуй. Смотрите, не захотел атаковать нас. Ну а теперь 5 баллов, давай, ты можешь, верь в себя, верь в свои силы. Черт подери. Опять не проатаковал. А теперь уже поставил защиту 2, блин. Эх. Ну, на этот раз он нас перехитрил. Так. Ну давай, Антарктопельта. Да, кстати, надозавр уже более древнее существо, чем анкилозавр. И у него не было на хвосте булавы. Вот почему мы проиграли. У нас просто не было на хвосте булавы, ребятки. Точно вам зуб даю. Ладно. Я вообще хотел взять изначально моргозавра. Ну, точнее, моностиготопса, потом моргозавра. Давайте возьмем моргозавра. Ну, в принципе, ситуация это никак не меняет. Соотношение жизни и удара одинаковое. Можно, в принципе, сразу проткнуть. Так, ну а за 2 удара я уже должен пробивать, да? Ха! 2 балла. Ну, в принципе, я уже могу на следующий ход атаковать. Если он поставил меньше 2, то ему хана. Ага! Вот так вот. Вернись в кадр. То нам твою шею не видно. Блин, ну брахиозавры. Как шикарно выглядит брахиозавр в Jurassic World Live, ребята. Это же божественно. Почему сюда не добавили... Слушайте, добавьте сюда какого-то там надопата титана, например. Вот из супергибрида. Вот... А вообще, подождите, у нас есть супергибриды Индораптор, Моностиготопс, амфибия какая-то, или птерозавр. Птерозавр. Аланкилодок, вот типа такого, да, и что ж, я же говорил, что следующий гибрид еще давно, месяц назад, а то и больше, что следующий гибрид логично был бы Аланкилодок. Так, не понял. А, только хищники. Кто у нас съест Индоминуса? Ну, классика жанра. Индораптор. Так, а ну-ка давайте читерский калькулятор 1965 умножить на 2. Он бьет 3900. Что, еще не на 2 и умножить на 1,4. 5500, ё-моё, блин, он меня за 2 удара пробивает. Такой стрёмный момент на самом деле. Стрёмный. Легко проиграть и легко победить. Я, блин, когда это я сидел в защите в такой глупой, ребята. Но сидел не зря. Мы ждали именно этого момента. Кстати, эти бои такие, ну, здесь не скажу, что сильно много зависит от вас. Здесь как повезет. Можете в любой момент, да, нажать атака и в любой момент нажать защита. Как бы, здесь не нужно как бы там ломать голову. Здесь все-таки играет решающую роль удача. Так, птерозавр, вот. Ну вот, шикарный против него конкурент. Вот они что-то похожие по раскраске. Блин, какой маленький диморфодон. Ну, Зухариптер вообще красавчик. Драконище.
Ну, в принципе, мы можем сейчас включить суператаку. То есть дымажить, дымажить и дымажить. Потому что мы, в принципе, выдерживаем чуть ли не 3 удара в ряд. Но сейчас он может нас пробить. Но он этого не сделал. Ну, как мы поняли, я понял, точнее, по двум этим боям, они накапливают баллы активно. Так. Ну и последний бой. А, ну и последним боем у нас, конечно же, 3 противника. Так, давайте возьмем Индоминуса. Он подменится, скорее всего, на Индоминуса. Гаргазуха и Монастигатопса. О, как удачно мы его пробиваем за один удар. Правда, у него сейчас 2, и он пробивает меня за 2. Но я его тоже пробью за 2, наверное. А может и нет. У меня 30-й, не 40-й. Нет, он меня не проатаковал. Это очень странно. У него уж под 5500, я, по-моему, считал. А, ну-ка еще раз, давайте. 1928 умножить на 2 и умножить на 1,4, бонус 5300. Ага, не хватало ему, не хватало, смотрите, 32 балла ему не хватало, потому он меня и не проатаковал. Ну, мы играем как обычно, да, каждый наш динозавр убьет по одному противнику. Очень классно. Раз, два и раз, два, три даже. Верняковая победа. Кстати, Гаргазух тоже хороший хищник. У него, видите, глазки так направлены вперед, как у Троодона. Смотрит вперед, не по бокам. Ну, конечно, мы тут подставились слегонца. Но это было сделано не все по плану, короче, ребята. Так, мы посмотрели на Индоминуса, подменились на Моника. Моника Белуччи, Монастигатопс. И давай, порви его как тузик тряпку. Чуть ли не за один удар, 2800 сила удара с бонусом Монастигатопса. Так, вот такая вот, ребятки, у нас была битва. Так, ну что, вроде как ничего интересного нет. Если повезет, еще, может, в понедельничек я постримил уже, наверное, может быть, а скорее всего и нет. Дрожь земли. Так что всем пока.